Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сейчас я вам расскажу историю своего анихолизиса и как я избавилась от него за полтора месяца. История быстрая, краткая. Знаю, что девочки этот ролик ждут. Проблема сейчас распространенная. Я сама себе делала маникюр гель-лаком с помощью лампы несколько месяцев подряд. И уже у меня была большая длина. В этот момент как раз я попала на дачу, была там несколько недель, как бы, ну, сами понимаете, дача, руки в земле и так далее, грязь и так далее, хотя, как бы, ну, душ, ванна, все это понятно, но тем не менее, была очень большая длина, и когда я приехала домой, я сняла гель-лак, я увидела, что у меня практически все ногти затронуты анихолизисом, какой-то больше, какой-то меньше. Естественно, начала лечить, и что хочу сказать, самое главное правило, просто самое главное, это счищать все, что нездорово. Я делаю аппаратный маникюр. Вот сейчас я сделала аппаратный маникюр. Вот так выглядит моя ногтевая пластина. Сейчас это где-то спустя уже 2 месяца, 2,5 месяца после того, как я сняла гель-лак и увидела, что у меня анихолизис. Полностью восстановила, ну не скажу, что полностью, но полностью у меня ногти сросли, и как бы все стало нормально за полтора месяца. И вот самое главное правило – это счищать. Если у вас нет аппарата, это все прекрасно можно делать кусачками и пилочкой грубой 200-220, да, жесткость должна быть. Опи, дешевые очень наборы пилок такие бывают. Можно вполне себе обойтись без аппарата, если вы не хотите идти к специалисту, который вам поможет решить эту проблему, да, и делаете это сами, или вам ничего не помогает, как бы, счищать. Все нездоровое нужно счищать. У меня вот этот ноготь большой на этой руке был поражен анихолизисом ровно до середины. Представляете, как это выглядело, какой ужас. Я все счистила, я удалила пораженную ногтевую пластину, оставила только здоровую, даже больше половины, девчонки. У меня вот такой вот был коротенький ноготь. Да, я так ходила, я еще так снимала обзоры, потому что это такая проблема не очень красивая, и не каждый о ней готов говорить, да. Я все счистила аппаратом, удалила пораженный ноготь, зачистила всю кожу и начала лечение. Если вы не будете удалять пораженную ногтевую пластину, зачищать, потому что это некрасиво, как бы, да, потому что как бы мы работаем где-то или вообще мы приходим, там вот у нас некрасивая ногтевая пластина, если вы не будете зачищать, вы не вылечите его, я могу вам сказать сразу. Зачищать до здорового материала, потихонечку, аккуратненько. Но у нас на пальчиках должна быть только здоровая ногтевая пластина. Если мы с вами не удаляем пораженный материал, пораженный ноготь, пораженную кожу, то анихолизис, грибок, это не грибок, он будет продолжать расти, развиваться на плодотворной для себя почве. Поэтому, как бы это было некрасиво, визуально, все счищаем. Ну так вот, чем бы вы ни лечили, обязательно удаляем. У меня вот на этом ногте было почти половину, какие-то другие, только коснулся их анихолизис, но все равно много на этом ногте точно было, я помню, я уже забыла на каких. Все отросло достаточно быстро, хочу вам сказать. Я каждые 5 дней делала аппаратный маникюр, вы можете делать, если у вас нет аппарата, я уже говорила, пилочкой и кусачками, счищать все, всю пораженную кожу, весь пораженный ноготь. Каждые 5 дней я делала маникюр. Счищала, пока не вижу, что у меня отрастает, но здоровое не трогаю, да, отрастает, все это не трогаем, а то, что отрастает нездоровое, обязательно счищаем, состригаем. Даже если отрастает на этом месте здоровый ноготь, но он не прирос к коже, все равно мы до места соприкосновения ногтя с кожей, да, все равно все срезаем, счищаем, и пока он у нас не прирастет. То есть, естественно, у меня половина вот так ногтя, оно изначально отделилась от кожи, под этим ногтем был анихолизис, вот. И он срастал, все, что как бы вот это вот, ну, беленькое, не приросло к коже, я все равно счищала до места соприкосновения ногтя с кожей, счищала, 5 дней, каждые 5 дней я себе завела такое правило, я делала эту процедуру и параллельно лечила, вот чем, собственно говоря, лечила. Тут однозначно без Монарды не обойтись, вот сейчас я в промежутке между маникюрами, пользуюсь обычным лаком, нанесла масло Монарды, это уже второй пузырек, какой дешевле, девчонки, такой и беру. Ну, там, естественно, смотрю на отзывы, у меня первый флакончик ушел, вот это уже второй флакончик, от него я израсходовала не сильно много, покупала на Wildberries, не суть, важно, чтобы это была действительно Монарда, но смотрим на отзывы и берем. Вот в районе 200-300 рублей вот такой флакончик стоит на маркетплейсах.
Так, дальше, чем лечила. А, по отзывам на Озону, по-моему, покупала. Я ссылки оставлять не буду, девчонки. Вы видите название, по названиям сами найдете. Это Basic, по-моему, так называется. Смотрите, написано антифунгал. То есть это средство, которое. Здесь у нас написано лак противогрибковый антифунгал, но больше берут его именно с той целью, чтобы срастить. Это, кстати, масура. Я только сейчас увидела, что это бай масура. Это масура. Прикиньте, сейчас лаками пользуюсь только масура. Ну, понравились. Вот сейчас сняла его, 6 дней относила, понравился, стойкий. Это масура, да, это антифунгал. Это именно лак, который дает блеск на ногтях, как прозрачный лак. И он позволяет очень быстро сращивать ногтевую пластину. С ним вот очень быстро растут ногти. Но плюсом я делала все вот эти средства, поэтому я не могу выделить какое-то одно. Они все вкупе сработали великолепно, так что за 1,5 месяца у меня отросла здоровая ногтевая пластина. Я не могу сказать, что они у меня прямо сейчас идеально здоровые. Нет, конечно. Но тем не менее, анахилезис ушел, и ногтевая пластина приросла и отросла. И это круто, я считаю, за 1,5 месяца это круто. Мне не очень нравилось наносить. Видите, сколько я израсходовала? Маленький расход. Почему? Потому что, когда после гель-лака ногтевая пластина неровная, некрасивая, бугристая такая, то этот лак, он подчеркивает еще больше все эти недостатки. Поэтому я прям наносила, наверное, ну, сначала раз в неделю, потом вообще вот раз в 2 недели наносила, потом поношу несколько дней, стираю, потому что, ну, некрасиво. Без лака ногти, нездоровые ногти смотрелись гораздо опрятнее, поэтому вот я его как-то редко, но тем не менее, когда я его наносила, я замечала, что ногти растут моментально. То есть, чтобы вылечить анахилезис, нам нужно срастить ноготь. Нам нужно, чтобы они быстро росли, можно внутривитаминчики какие-то попить, и зачищать. В принципе, все. Ну, плюс обеззараживать вот чем-то. В данном случае это Монарда. Да? Дальше. Средство, которое почти пустое, это Клавио. У меня до этого было другое, с такой бордовой этикеточкой. Это год назад где-то я пробовала. Мне очень понравилось. Сейчас в аптеке решила взять вот такой вот лосьончик. То тоже было лосьончиком, это не лак. Клавио лосьон для ногтей восстанавливающий. Кто-то из девочек, помню, мне его год назад советовал. И действительно, средство тоже работающее. На основе хитозана восстанавливающего. Вот такой брала в аптеке. Здесь как бы кисточка, и это такой растворчик. Это растворчик, который наносишь на ноготок, он впитывается буквально в течение там 30 секунд, 1 минуты, не оставляет за собой ни масляного слоя, ни липкого, никакого. С ним тоже безумно быстро растут ноготочки, что способствует лечению анахилезиса. Сращиваем, зачищаем, сращиваем, зачищаем. Это главное правило, да? Классная вещь, Клавио, на самом деле. Вот все где-то в районе 200-300 рублей. По-моему, Клавио самое дорогое. Мне кажется, где-то в районе 400 рублей я брала, но можно поискать, может, где-то есть дешевле. Так, следующее средство я уже купила где-то недели через две, помню. Это сыворотка. Вроде отзывы были хорошие, по-моему, брала на Валберес. Стоп анахилезис. Сыворотка для восстановления ногтей. Здесь у нас что? При анахилезисе и его профилактике, деформации ногтевой пластины, здоровья, красоты ногтей 2-3 раза в день наносить. Я чередовала, я вот проснусь утром, поделаю дела, повожусь с водой. Знаю, что час где-то я точно не пойду с водой возиться, наношу Клавио. Масляные в основном текстуры, вот такие вот Монарда и Faberlic It's Clear тоже я использовала, я наносила на ночь. Так эффекта больше, и как бы знаешь точно, что не пойдешь с водой. Там в течение дня опять перерыв у меня там между уборками и так далее, наношу вот эту сыворотку. И так вот, как вспоминаю, по несколько раз в течение дня все наношу. Это действительно сыворотка, на основе чего она, девчонки, я даже тут не пойму состав. Ну, в общем, найдете на маркетплейсах, посмотрите в карточке товара. Это какой-то Джорджо Капачини. В общем, вот так она выглядит. Можете даже сделать скриншот, как бы и в поиске забить там у Алисы, где-то еще и найти. Это действительно сыворотка с такой пипеткой, мощный, плохо набирающий очень продукт. Я ее вот, немножко у меня осталось, много израсходовала. Она густая, густющая, и пипетка вообще ужасно набирает. Поэтому я прям эту густую сыворотку вот так с пипетки на ногти. Видите, сколько ее много? Вот этого, в принципе, на всю руку достаточно. Это сыворотка густая. На коже она немножко начинает подтаивать. Мы ее в ноготочки, вот так на две руки даже этого хватит, девчонки. Мы ее в ноготочки вот так втираем. И она где-то уже в течение минут 5 впитывается. Тоже не оставляет за собой никакого масляного слоя, липкого и так далее. То есть все, она впиталась, все. Все отлично, все нормально. Так, и пятое средство, которое я использовала, это Faberlic, линейка It's Clear. Это артикул 7713, это баттер для ногтей. Я забыла, с каким маслом, девчонки. Я забыла, с каким он маслом, но это натуральная классная штука. Вот сколько осталось, которая пахнет безумно вкусно какими-то орехами.
маслом какого-то ореха. Здесь уже остается масляный слой, она такая вот густая, он уже остается, поэтому ее использовала на ночь. Сейчас всем как ногти напитаю, вечером буду делать маникюр новым лаком с светоотражающей массура. Вот, это уже оставляет за собой масляный слой, небольшой, и впитывается. Немножко, видите, повредила сегодня, агрессивно делала прям маникюр, кое-где повредила немножко кутикулу, но мы сейчас не об этом. Но где-то через, в принципе, можно и днем, где-то через полчасика все впитывается, и все отлично, все здорово. Вот таким образом мы напитываем, подлечиваем ногти и ускоряем их рост. Я надеюсь, девчонки, что я вам была полезна и донесла вам самую главную и самую важную информацию. Я прошу вас, пожалуйста, счищайте, как бы не было, как бы не стрёмно, скажем так, да, это смотрелось, счищайте до здорового ногтя, все нужно счищать, потому что у меня один раз в жизни уже было что-то похожее на анихолизис, давно, я не счищала, сращивала так, восстанавливала, оно у меня все сросло, но ведь каждый случай индивидуален, да, но за несколько месяцев, девчонки, наверное, за полгода только, а здесь за полтора месяца у меня сросла нормальная ногтевая пластина, нормальные ногтевые пластины, и все отлично. Все эти средства они укрепляют, Монарда обеззараживает, противогрибковый эффект, остальные все укрепляют, но здесь тоже какой-то стоп анихолизис должен быть, противогрибковый эффект. Остальные все обеззараживают, защищают наш ноготь здоровый, чтобы эта бяка больше не присоединялась, да, и сращиваем. Почаще все спиливаем, убираем и сращиваем. Я бы с радостью вам весь этот процесс засняла, но это такое зрелище неприятное, я вообще не люблю об этом как бы говорить. Но девочки уж очень просили, и так как я с этой проблемой столкнулась, и мне есть что сказать, у меня очень положительный и быстрый результат, я надеюсь, что я буду кому-то полезна. Все зачищаем, счищаем, убираем, срываем, не счищается, размачиваем в соляных ваночках, берем кусачки, все-все удаляем, потому что под анихолизисом плохая кожа, где вот это все размножается, вся вот эта микрофлора отвратительная. Поэтому кусачками размокшую кожу уже проще. Через несколько дней опять повторяем. И так полтора месяца я делала, я достигла быстрого результата, классного, все приросло, анихолизис ушел, гель-лаку пока возвращаться не собираюсь, буду пользоваться обычными. Так что вот такие вот дела, девчонки. Если была вам полезна, обязательно ставьте лайк, пишите свою историю, а также, если будете следовать там каким-то моим советам, обязательно спустя время пишите о результатах, как у вас все прошло. Надеюсь, все будет отлично и все получится. Всем здоровья и пока-пока.